Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самайуктам Винда Банам Манухарам Ванчакалпатарувашчакипасиндубхевача Патитананг павунебха вайшнабхебхьо намо намаха Мукханг кароти вачаланг пангунглан хайтагирим Яткипатамханг ванде парамаанандамадвам Бриндавайту сидеббай пиявай кешвасача Шнавакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашья пракасанича Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагодварна Дейям сада парибхавагнам авиштадохам Тетаспадам сивавиранчанатам сараньям Ветатиham банутапаля бхавадипутам Банде махапурушате чаранарвиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Биспуриджитакамепикапавадушвадарши Пурнануррагарасасагарасарамурти Сарадхикамай кадакивам кироши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Аджану ламмита фужау канука бодату, Шанкиртану и капитару камала ятакшау. Вишам бару дижа бару жуга дхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Таба Пааду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманго мада парам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусшо бадане Лакшмир ясача бхакшаси Ясьясти дай самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Нивитамарун манокшадираджо гожужо иридат Мунайо упасате тадарайо пиджайо смарана Сия урагенда бхога бхагаданджа пишакта дия Байама питесама шамадишангри сарожа сута
Nibhitomarun manokshadirajo gojujo hridijat munayo upasate tadarayo pijayo smarana siya urugendo bhoga bhuja dondo vishakta diyo bhayamapite sama shamadi shangri sarojo sudha Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такор Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы должны поддерживать поток Бхактивинода Дары в нашем повседневном бхаджане. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы обязаны поддерживать поток Бхактивинода Дары в нашей ежедневной духовной практике. Мы всегда должны защищать этот поток и сохранять его. Потому что глупцы уклоняются от этого потока и тем самым бросаются в огонь. Они настолько глупы, что не могут понять уникальную возможность, уникальный шанс совершения Гаудия Бхаджана. Они не видят никаких наслаждений в Гаудия Бхаджане, они видят наслаждение в майявадском бхаджане, поэтому они лишаются покоя. В бесчисленных мирах непостижимые сокровища есть только в Гаудия Самаджи. В Гаудия Самаджи есть такие сокровища, которые не сыскают даже на Вайкунхе. Но глупцы убегают от него, убегают из Гаудия Бхаджана. Нам нечего делать, то есть мы ничего не можем с этим сделать. Они сами принимают решение самоубийства, бросаясь в огонь, уходя от Гаудия Бхаджана. Бхактивинод Дара — это путь, который указал нам Бхактивинод Такур, Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху — это Свайамруп Бхагаван, сам Господь, который не зашел сюда, как Махапрабху. Расарадж Бхагаван, Шри Кришна, не зашел в этот мир, как Гауранга Махапрабху. Таким образом, лила Гауранги Махапрабху — это полноценное объяснение игр Кришны. Бхактивинод Дара представляет собой все учение читания Махапрабху, то, какую любовь он являл. Или другими словами, это Рупа Нугадара. Прабхупад часто наставлял нас, чтобы мы давал наставление, чтобы мы старались различать, что есть Бхактивинода Дара, а что ей не является. О, друг, попытайся понять изначальную разницу, — говорил он. Если ты уловишь ее, это и будет называться настоящей сатсангой. Когда мы осознаем, что есть Бхактивинода Дара и что ей не является, когда мы видим разницу, это и есть высшая сатсанга. Такая сатсанга защитит вас, будет хранить вас всегда. В противном случае вы будете продолжать бегать, будете вступать в разные сообщества и таким образом совершите самоубийство. Я никогда никого не зову сюда, ко мне. Но если по желанию Бхагавана они приходят, они имеют на это право. Если они уходят, они также имеют на это право. В настоящее время многое
многое происходит, многое делается под именем Бхактивинода-дары. Я сам видел, как преданные, как люди приходят, принимают прибежище у такого возвышенного гуру, к примеру, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Они приходят, чтобы совершать баджан. Я не понимаю, как они, уже приняв прибежище у такого гуру, оставляют его и присоединяются к другим сампрадаям. Это на самом деле самоубийство. Это самоубийственное. Они, на этом заканчивается их духовная жизнь. Фанатичные люди не могут здраво мыслить. Они не могут... Они не осознают, что они могут получить здесь, а что получат там. Прабхупад хотел установить миссию, основать замечательную миссию. Он говорил, что нашей обязанностью является возвращать тех, кто убегает от Гаудия Баджана, и пытаться донести до них ценность Гаудия Миссии. Ведь Бхагаван Шри Кришна никогда прежде не давал таких возможностей. Такие, как дал нам Махапрабху. Чтобы понять, крайне сложно понять лилу Кришны. Потому что Кришна постоянно занят своими играми. 99,9% людей не понимают, кто такой Кришна. Они думают, что он падший, подобно нам. Глупцы действительно считают так. Они не понимают, кто такой Кришна и что он, какой его лилы. Именно поэтому Кришна пришел в этот мир как Махапрабху, чтобы объяснить людям, зачем я приходил, зачем я пришел сейчас. Люди постоянно заняты материей, они смотрят, они не могут выйти за пределы материального видения, телесного видения. Так как же они могут понять сокровища Гаудия Матха, сокровенные истины Гаудия Матха? Их мозг не работает должным образом, поэтому бессмысленно ожидать от них, что они поймут. Они могут делать то, что хотят. Что мы можем поделать в этой ситуации? Я хочу следующие 2-3 дня обсуждать эту тему, которую необходимо обсуждать в эти дни. По милости читания Махапрабху мы обрели уникальную возможность совершать Гаудия Баджан. Такой возможности нет даже у Брамы. И только по милости читания Махапрабху это сокровище есть здесь, на этой планете у нас. Если мы хотим упустить этот шанс, что поделать? Если вы хотите упустить его, что я могу поделать? Тем не менее, я хочу предоставить вам свидетельство тому, насколько совершенен Гаудия Баджан, насколько совершенны лотосные стопы читания Махапрабху. Как вы помните, читание Махапрабху посещал Южную Индию, совершал там паломничество. Там он встретился с Венката Батой, Тирумал Батой, Прабхадананда Сарасвати Падом. Как вы знаете, они были возвышенными преданными, великими преданными. Но они были в Шри Сампрадае. Тем не менее, они были настолько возвышенные, что нам сложно вообразить. Они были очень отречены, и все знали, что они очень возвышены. Но благодаря общению с читанием Махапрабху, которое длилось на протяжении 4 месяцев, Чатурмасия, они приняли решение изменить свой путь, изменить то, чему они следовали. Некоторые не понимают, почему они сделали это. Ведь это оскорбительно. Это не оскорбительно для тех,
это было не оскорбительно в действительности для Валабхачари. Потому что в шастрах есть следующее правило. Если я поклоняюсь Нараяне, Вишну или кому-то из Вишну-татвы, или, допустим, я поклоняюсь Вараха Вишну-татве, Господу в виде Варахи, если перед нами, то есть Господь может предстать передо мной в другом облике, например, как Рамачандра или Бхагаван Шри Кришна. Я просто хочу сказать, что Кришна татва, что Рама татва и Вишну татва не отличны друг от друга. Не отличны. Все знают, что из Кришны исходят все инкарнации Господа, что Он изначальная личность Бога. И вся татва также исходит от Кришны. Абсолютная татва, уникальная татва, абсолютная истина — это сам Бхагаван Шри Кришна. Нет больше истины, чем Шри Кришна и Чайтанья Махапрабху. Эти слова из Чайтанья Чаритамриты, где заявляется, что нет ничего выше, чем Шри Кришна Чайтанья. Так вот, если я поклоняюсь Варахадеву, но вдруг у меня просыпается вкус к Рама Баджану, к поклонению Рамачандре, я могу переключиться на него, потому что поклонение Рамачандре выше, и туда включено поклонение Варахе. Или если кто-то поклоняется Лакшми Нарайне, но в один день понимает совершенство Кришны и обретает желание поклоняться ему, тому, кто постоянно погружен в игры и хочет играть с нами. Нарайан не хочет с нами играть. У него нет этого игривого настроения. Оно присуще только Кришне. Кришна, как ребенок, играет, постоянно играет. И в этом его совершенство. Никакие другие аватары этого не делают. Если вы не хотите наслаждаться медом, дорогим медом, настоящий мед очень дорогой. Если вы настолько глупы, что не хотите наслаждаться медом, то ешьте жженый сахар, как коров кормят определенным сахаром, который относится к низшей категории, грязной, неочищенной. Махапрабху сравнивает, приводит такой пример. Когда из сахарного тростника выжимают сок, потом из него готовят конфеты, готовят сахар. Готовят особое аюрведическое лекарство, которое очень много стоит. То есть в процессе обработки тростникового сока получается все более и более дорогостоящий продукт. И точно так же сравнивается, как мед сравнивается с высшим наслаждением, с наслаждением высшей категории, так и точно его сравнивают с Кришной. Валабхачарья поклонялся
Бал-Гопалу. Но после общения с Чайтаньей Махапрабху он захотел поклоняться Кишор-Гопалу. Кто сказал эти слова? Вы это произнес выдающийся среди Майявади. Он Мадхусудан Вачхапати. Он написал огромное количество книг, и он известен по среди всех Майявади. Никто не превзошел его, но он отказался от всего, отказался от майявадского учения и пришел в Навадвипу, и как сумасшедший принимал омовение здесь, в Ганге. Когда он приготовился оставить тело, ученики обратились к нему: «Пожалуйста, дайте нам последнее наставление. Вы всю жизнь наставляли нас». Он написал томы книг. Как Махабхарата написал, одну из книг была как Махабхарата. И везде он провозглашал Майявада Сиддханту. Но когда он оставлял тело, ученики попросили заключительных наставлениях. Он сказал, произнес эти слова. Я не могу понять никакой таттвы, кроме Кришны. Я не смог понять, познать никакой таттвы, кроме таттвы Кришны. Я знаю лишь Кришну, который играет на флейте, который произвел эволюцию в бесчисленных мирах. И вот тело цвета молодого грозового облака. Так вот, Майявади сказал такое. Я думаю, что вы те, кто оставляют Гаудия Матх, меньше, чем Майявади, хуже, чем Майявади. Вы получаете нектар, но вы хотите наслаждаться испражнениями. Как это возможно? Похоже, все дело в ваших самскарах. Они очень плохие. Я могу привести много примеров. Один за другим, как первый — это Валабхачарья. Он совершал, поклонялся Кришне, но Бал Кришне. Бал Гопалу. После того, как он достиг совершенства в своем поклонении, обрел вкус, он обратился к Махапрабху и сказал: «Я хочу поклоняться Кришне, безумно хочу». Он обратился к Гададхару пандиту потом: «Пожалуйста, дай мне мантру, чтобы я мог поклоняться». Но тот отказался, сказал, что я под руководством Махапрабху. Но в конце концов все-таки согласился дать. Он дал ему Кишор Гопал мантру. Или следующий пример. Кешава Кашмири. Он был очень горд, но также стал поклоняться, изменил свой путь и стал поклоняться Кришне. Или Анупам, брат Санатаны и Рупы Госвами. Они просили его: «Давай вместе с нами поклоняться Кришне. Мы будем плавать денно и ночно в лилах, в играх Кришны. Но на самом деле тебе все это скучно будет. Мы-то можем бесчисленные жизни плавать в нектаре
игр Кришны, но тебе скучно все это, потому что... А, на самом деле, это обращение ко всем нам. Я думаю, что вы очень несчастны, очень неудачливы, потому что не чувствуете вкуса к океану нектара игр Кришны. Махапрабху обращался к Мурари Гупте, говорил, если ты будешь совершать поклонение Нанданаме Шри Кришне, ты получишь столько наслаждения, столько удовольствия. Когда Махапрабху совершал паломничество по Южной Индии, он изменял умонастроение тысячи людей. Только лишь от одного вида Махапрабху они... Только лишь при виде Махапрабху, жены Пратапарудры, которые находились на слонах, сидели на слонах, вдалеке совсем они увидели его. На большом расстоянии был Махапрабху. Они испытали прему при виде Махапрабху. С огромного расстояния, и их настолько наполнила према, что они чуть ли не упали со слонов. Махапрабху никогда не различал людей. Он не смотрел на них как представители каких-то каст, высокий или низкий человек. Люди наполнялись премой, просто заслышав голос Махапрабху. Или на огромном расстоянии, увидев облик образ Махапрабху, люди теряли рассудок. Однажды мусульманин помог Махапрабху пересечь реку. И как только Махапрабху, как только он это сделал, то есть это был мусульманин, как только Махапрабху отошел, он упал в беспамятстве, он не мог жить без Махапрабху. Я думаю, что вы глупцы, вы не понимаете, кто такой Махапрабху. Прабхупада плакал и с горечью говорил, они не понимают, кто такой Махапрабху, потому что если бы они это понимали, они бы всю свою жизнь посвятили ему. Скорее всего, они совершили какие-то апарадхи, в противном случае они бы не смогли не почувствовать величие Махапрабху. Шанкар и сама Ганга молятся о Бхакти-расе. Океан расы наполняет этот мир, но мы, глупцы, не пьем из него. Прабхананда Сарасвати Пад говорит, мир наполнен премой, но я такой глупец, что не могу взять ни капли. Как же я глуп? Тот, кто лишает себя такой возможности, лишает себя навсегда. То есть лишает всяческого блага, лишает себя, отказывается от... величайшего блага. Только майявади не способны пить нектар, который наполняет весь мир, из-за того, что они в прошлом совершили апарадхи. Кешав Кашмири был мировым, у него было мировое имя.
То есть он был пандитом, известным по всему миру. И в конце концов он предался лотосным стопам Гауранги. Что уж говорить о них, когда даже животные предавались Махапрабху. Мы хотим... отдать себя, продать себя лотосным стопам Махапрабху без всякой цены, без всякого вознаграждения, бесплатно мы хотим продать себя лотосным стопам Махапрабху. Так говорят гопи, так, Кришне. Они говорят, мы безоплатные служанки, нам не нужно зарплаты. Все, что нам нужно, общение с тобой, твоей любви. Мы не просим никакой зарплаты, мы продаем себя тебе, бесплатно отдаем, потому что твои лотосные стопы — все для нас. Радхарани плачет. Кто может понять ее возвышенные слова? Глупцы точно не смогут. Их больше привлекают испражнения. Они понимают только их ценность. Итак, мировой пандит Кешава Кашмири предался лотосным стопам Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья также был выдающимся пандитом, знаменитым браманом, также предался лотосным стопам Махапрабху. Да все и каждый предавались Махапрабху. Я могу без конца приводить примеры, тем не менее времени недостаточно. Так вот, когда Махапрабху шел в Южную Индию, по пути он освобождал множество, многих-многих людей. Большинство из жителей Южной Индии поклоняются Рамачандре или Лакшми Нарайне. Большинство из людей там Майявади. То есть не совсем так. Часть людей поклоняется Рамачандре, часть людей Лакшми Нарайне, а часть, другая часть Майявади. Махапрабху пел эти слова, пел эту песню. Почему он пел ее, когда шел? Ведь никто не... в этих словах, в этой песне говорится, что «пожалуйста, Кришна, спаси меня». Чтобы я не встречался с нечестивыми людьми, с майявади, буддистами на своем пути. Пусть я не встречу их. Но, тем не менее, это все равно происходило. Однажды он встретился с браманом, который поклонялся Рамачандре. Он всегда, всегда, постоянно, с самого детства повторял имена Рамачандры. Он и не говорил ничего, кроме Рам-Рам. Точно нечто подобное происходило во время очищения храма Гундича, Гундича Мандира Марджани. Когда преданные говорили Харе Кришна. И этот браман пригласил Махапрабху принять прасад. Махапрабху пришел, почтил прасад. А браман смотрел на Махапрабху, как тот повторял Харе Кришна Махамантру. Махапрабху
с удивлением смотрел. Махапрабху принял прасад, ушел, на следующий день пришел вновь. Даже не совсем так. Он пошел в какое-то другое место и потом вернулся из него и зашел опять к нему. То есть, когда он шел, он шел в одно священное место и возвращался в другое, потому что не было какой-то единой дороги, которая охватывала бы все места. То есть не было дороги. Постоянно приходилось возвращаться в отправной пункт и идти уже в следующее место. И посетив какие-то святые места, Махапрабху вновь вернулся в баджан-кутир этого брамана, который постоянно повторял «Рам, Рам». Когда он пришел, он уже вместо «Рам, Рам» повторял «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». Махапрабху поразился. «Ты же с самого детства повторял имена Рамачандры. В чем дело? Что сейчас с тобой?» А тот говорит: «Я не знаю. Я не знаю, в чем дело. Это правда. Я с детства повторял «Рам, Рам». Но как только я встретился с тобой, как я услышал, после того, как я услышал, как ты воспеваешь именно Кришны, я сам начал их воспевать». Таково влияние, таково могущество читания Махапрабху. У него было одно любимое, как одно пристрастие. Он собирал прославление Харинама. Где бы он ни встречал какое-то прославление Харинама, он выписывал в свою записную книгу. Он сказал Махапрабху: «Благодаря тебе я знаю о славе Кришна-нама». Но я узнал, что если я три раза произнесу «Рам-рам-рам», то это приравнивается к одному Харинаму. Если я произнесу тысячу Вишну-нама, он приравнивается к одному Кришнаму. То есть в действительности Кришна нам не сравнен. Его не с чем сравнить. Его положение превосходно, уникально. Когда Махапрабху встретился с последователями Шри Сампрадая, Тирубата Прабхадананда Сарасвати Пада, они не были сумасшедшими, подобно вам. Они приняли твердое решение. Кто-то из них сказал: «Когда я повторяю имена Рамачандры и смотрю на тебя, я понимаю, что ты есть сам Кришна. Я уверен, что ты Кришна». Один брахман, который был необразован и не мог читать, он каждый день садился за Гиту, за Бхагавад-Гиту, и наполнялся экстазом, он начинал плакать. Однажды Махапрабху спросил его: «Все над тобой смеются, что ты якобы читаешь Гиту». Но брахман не мог читать, он не умел.
Бхагавану не нужно наше правильное санскритское декламирование. Бхагавану нужно сердце. Так вот, Махапрабху спрашивает, почему ты испытываешь такие глубокие чувства во время чтения Гиты, а все вокруг смеются над тобой? Ну, пусть они делают, что хотят. Что я могу поделать? Я, на самом деле, читать не умею. Мой Гурудев в храме Ранганатха сказал мне каждый день читать Гиту. Поэтому я просто выполняю наставления моего Гурудева. Это не то, чтобы я сам захотел читать, и вот я это делаю. Мне Гурудев сказал. Поэтому я Гуру Севу таким образом выполняю. Пусть смеются, если хотят. Но чего ж тебе так хорошо, когда ты ее читаешь? Почему ты плачешь? Почему волосы встают дыбом на твоем теле? Потому что пока я читаю Гиту, я четко вижу, как Бхагавана Шри Кришна на колеснице вместе с Арджуной. Я вижу Шьяма Сундара, который наставляет Арджуну. Я вижу, как Арджуна просит Кришну: «Обучи меня!» И Кришна начинает давать ему наставление. Именно поэтому я не хочу останавливаться в своих чтениях. Я испытываю этот вкус. Испытываю такое блаженство, что я не хочу останавливаться. Я хочу читать постоянно. Махапрабху сказал, ты как раз-таки и имеешь право, ты можешь читать Гиту. Может быть, ты санскрит не знаешь и читать на санскрите правильно не можешь, но ты действительно подходящий кандидат для чтения Гиты. Посмотрите, какой здесь кроется урок. Прабхупад сказал, много раз говорил, только самый разумный будет совершать Гаудия Бхаджан. Люди, которых вы можете встретить часто, люди, которых вы можете встретить, тысячи людей в одеждах преданных, но на самом деле, скорее всего, они не совершают Кришна Бхаджан. Они занимаются спектаклем. Прабхупад спрашивал, кто в точности следует наставлениям Махапрабху. Если вы поищете, едва ли сыщете хотя бы одного. Поэтому только те, кто по-настоящему разумный, понимает ценность, понимает баджан Гауранги Махапрабху. Они либо занимаются ерундой, что это делают сахаджии, либо они просто носят одежды преданных и пользуются преимуществами этих одежд. Я могу доказать это, основываясь на шастрах. Кто сейчас совершает Кришна Бхаджан? Это главный вопрос. Ответ, на который понять сложно, найти сложно. И вот именно этому браману Махапрабху говорит, что ты имеешь право ее читать, ты должен ее читать, ты подобающий кандидат для этого. Валабхачарья таким образом изменил объект своего поклонения. Но та сампрадая, в которой находился он, не стали признавать это. То есть Валабхачарья в конце концов получил мантру от Гададхар Пандита, который является Радхарани. И его последователи организовали Валабха сампрадаю, которая
Тирумал Бата, Венката Бата, объединившись, они получили общение Махапрабху. Но после 4 месяцев общения с ним, какое решение они приняли? Нужно знать, что Прабхадананда Сарасвати Пат уже был саньяси в своей сампрадае. Тем не менее, даже он изменил объект своего поклонения. И до последнего своего вздоха поклонялся Шри Кришне, живя на берегу Вимала Кунды. С утра до вечера он испытывал экстаз от Кришна Баджана и писал книги. Гопал Бата Госвами на момент общения с Махапрабху был маленьким. Он еще не был инициирован, думаю. Возможно, он только получил брахманический шнур, Гаятри мантру. Получил их от Прабхананда Сарасвати Пада. Венката Бата, Тилумар Бата также изменили свои объекты поклонения, изменили сампрадаю. Этого не могло не произойти, потому что 4 месяца они общались с Махапрабху. Говорится, что даже за секунду общения с Махапрабху, 1 секунды более чем достаточно, чтобы обрести совершенство, чтобы обрести лобху. То есть даже не секунды, а части секунды, доли секунды достаточно. Если кто-то просто смотрел на Махапрабху, получал даршан, или просто услышал святые имена из уст Махапрабху, даже животные изменялись, что уж говорить о людях. Даже камни плавились. Птицы, сердца птиц и зверей плавились. Таков Махапрабху. А мы не можем осознать его славы. Не можем познать, кто он. Ну, вы можете делать то, что хотите. Жить, как вы хотите. Махапрабху спросил Венката Бату, почему у Лакшми нет доступа к Расалиле? Он спросил это на утверждение того, что Лакшми и Радхарани — это одна и та же личность. Венката Бата говорит, ты же шутишь надо мной. Они на самом деле едины, но отличные. Так же, как Нараян и Кришна, они не отличные, но в то же время отлично. Об этом мы продолжим говорить в следующий раз. Я переживаю, что время уходит. О разговоре Махапрабху и Венката Бата мы поговорим в следующий раз. Итак, прежде всего, я прошу вас, будьте сосредоточены, не слушайте свой беспокойный ум. Не отбрасывайте меня, уходя. Лучше сначала попытайтесь понять то, что вы можете понять, слушая меня. Что вы можете обрести, слушая меня. Я просто прошу вас дважды подумать, прежде чем уходить. Вчера мы говорили о 17-м гуру. О рыбе. Мы уже говорили о блуднице. That cross. I mean, who is that cross? That cross is Pingala. По имени Пингала. I told you the sick. I told you
Мы обсудили сокровенные причины, когда, почему она испытала отречение от этого мира. Потому что в отход саньяси принял решение переночевать на веранде, которая прикреплена была к ее жилью. И просто глядя на него, она размышляла, он выглядит как сумасшедший, но похоже, что он не сумасшедший. То есть просто получив его даршан, ее сердце изменилось. Имеется в виду, что зародилось какое-то изменение. И именно вот это впечатление и породило отречение в ее сердце, когда в тот самый день. То есть каждый день она занималась одним и тем же. Она торговала собой. Но что произошло в этот день? Почему именно в этот день ее сердце изменилось? Так вот, причина тому ее встреча с Аватхута Брахманом. В тот день, как мы уже говорили, у нее не было посетителей. Как бы она ни старалась, никто не заходил к ней. Она нарядилась, ждала какого-нибудь богатого человека. Но в тот день был по-настоящему удачливым, поэтому никто к ней не пришел, и это привело ее к осознаниям. Она задумалась, какая же я глупая, зачем мне любить материальные тела, которые состоят из плоти, крови, испражнений. Почему бы мне не полюбить трансцендентного героя, трансцендентного мужа, мужа всех джив? Все, с сегодняшнего дня я закрываю этот бизнес и начинаю поклоняться моему герою, высшему герою, высшему среди героев. Так она начала Кришна Баджан. То есть посмотрите, даже какая-то, то есть даже проститутка стала поклоняться не Нараяне, не кому-то еще, но именно Кришне. Брахма написал, что Кришна — изначальная причина всех причин. Он — причина всех воплощения Господа, и Нараяны, и остальных. Сам Брахма это провозгласил в своей Брахма-самхите. Он просто говорил о том, что он напрямую видел. Причина всех причин. Нет никого выше Говинды, не Нараяны. Итак, эта блудница была очень удачлива, именно поэтому с ней произошли эти изменения, подобные Триданди Бикшу Саньяси. С ней произошло нечто подобное, что произошло с саньяси, которого выгнали из дома. Так она начала поклоняться Кришне. Она приняла Кришну, который находится в ее сердце, как своего господина. Она говорила: «Я всю свою жизнь грешила». Но я знаю, что одного лишь Кришнанама более чем достаточно, чтобы искупить, избавиться от всех грехов. Вашишта Муни
проклял своего собственного сына. Родишься как чандал, глупец. Когда он спросили, как очиститься, повтори три рам-нама. Одного лишь имени Рама, Харин. Пусть он... То есть тот не поверил. Он, сын спросил, как мне очиститься от своего греха? Тот сказал, повтори рам-нам, три рам-нама. А тот не поверил и сказал, ты родишься как чандал, потому что три рам-нама приравнивается к имени Кришны. То есть и три рам-нама может очистить весь мир. И один, то есть три рам-нама приравнивается к одному Кришна-наму. Одного лишь имени Рам достаточно, чтобы очиститься от грехов. Я, то есть одно лишь произнесение святого имени Рамачандры может погрузить в нектар его игр. Но сейчас задумайтесь о могуществе Кришны, Кришнанама. Так поют преданные Рамачандры. Замечательная песня. А теперь подумайте о Кришне. Если Рам нам настолько могущественен, то что может Кришна нам? Так блудница Пингала. Кришна находится в вашем сердце. Вы можете пригласить его и выйти за него замуж, и будет у вас жизнь замечательная. Зачем вам материальный муж, который умрет не сегодня, так завтра? Так сделала Мирабай. Она была совсем маленькая в то время, очень красивая. Говорят, что во всей Индии не было красивее ее девушек. Была из богатой семьи. Царь Панджаба. Их поженили. То есть, когда еще были детьми. Огромное шествие праздничное, свадебное шло, и Мирабай была в нем. Инструменты, музыкальные музыканты шли по улице. То есть у Мирабай спросили, ты даже не так, она, скорее всего, увидела свадьбу, и бабушка спросила, ты за кого замуж пойдешь? Она говорит, я замуж пойду только за Кришну. Я не собираюсь выходить замуж за того, кто может умереть в любой момент. То есть ее поженились с этим царем, но, тем не менее, она никогда не наслаждалась своим положением. На самом деле, женитьбы не было. Она была просто задокументирована на документах. Она ушла жить во Вриндаван.
Мы говорим о Мирабай, тем не менее она не следовала Радхарани. Поэтому мы не принимаем ту Сиддханту, которую она проповедовала. Нет головы, нет головной боли. У меня вот нет головной боли, нет ни учеников, ни проповеди в западных странах. По 3-4 часа я сплю, отдыхаю, все остальное время бодрствую, и я чувствую себя замечательно. Восемнадцатый гуру — это одна особая разновидность птицы. Однажды я увидел, как она отыскала какого-то червяка. Или какой-то. То есть птицы бывают разные. Какие-то питаются фруктами, какие-то питаются насекомыми, а какие-то плотью. И вот эта птичка как раз питается мясом. Богатые люди тратят тысячи рупий за отели, за рестораны. Вы виноваты, что мы сегодня начали позже. Иногда я так злюсь, что мне кажется, что я больше не должен проповедовать. Я всю жизнь потратил. То есть я опоздал, пришел сегодня позже, поэтому мы не успеваем. Так вот, эта птица улетает, находит какое-то уединенное место и там наслаждается мясом, чьей-то плотью. Но на нее нападает коршун и хочет убить ее. Много разных других, больше ее в размерах птиц, нападают на нее. Она не понимает, в чем дело, что я сделала, из-за чего меня хотят убить. Но в конце, то есть они за ней летят, птичка не понимает, в чем дело. Потом из ее рта выпадает кусок мяса, и стая этих ястребов нападает на мясо. И она понимает, что на самом деле им нужна была не я, а это мясо. Yo yo smarana
Вачакар Бхатрабху Сакипасин Бхаджи. Патитану Бхаджи.